Всем здарова, с вами Старпёр, очередная нарезка моего прохождения Hollow Knight. Поехали. Вчерашнюю свою попытку пройти третью арену в Колизее я закончил тем, что даже не добрался до босса и что-то там вообще никуда не добрался, скажем прямо. Но сегодня я, может быть, под конец попробую, хрен его знает, но явно не сейчас. А сейчас мы пойдем дособираем амулеты. Амулеты, которые мне нужны. Плюс еще кое-что. Так, я все время забываю, что я хочу ставить. Что я хочу ставить? Хрен его знает. Пусть будет так. Так, телепорт у меня в городе. Нам как раз в город и нужно. Значит... Сейчас покажу на карте, как только телепортнусь. План действий на ближайшие минут 10. На ближайшие минут 10. Но там будем посмотреть. И попробую еще, может быть, Зота сегодня убить. Так, в забытом перепутье. В забытом перепутье есть место, куда я не попал в прошлый раз. Вот оно. И так как это последняя неисследованная локация в забытом перепутье, я думаю, что здесь находится... Один из двух последних амулетов. Плюс вот сюда вот мне нужно сходить еще. Мне, точнее, посоветовали сходить. Говорят, сходи на лавку. Я такой, ну ок. И так как речь шла об амулетах, я думаю, там как раз второй амулет. Так, ну... Сейчас зайдем еще к этому типу, подождите. Сколько там что-то 800 осколок маски. Но я думаю, дофармлю. Так, мысли, где бы вы ни были, что бы вы ни делали, надеюсь, вы трое стоите друг за другой горы. Окей, Джек, так. По-моему, это тоже фраза не менялась у него уже 1000 лет. Сейчас пойдем в перепутье. Так и хочется... Ага. Ну, понятно, почему. Получается, что я мог намного раньше забрать амулет, если он действительно там, потому что... Ну, блин. Вы сами все видите. Тихо. Так. Так. Блять, это ловушка. Это трап. Надо похилиться, что ли? Мало ли. Чё? Ну хватит меня овнить, ёпту мать. Ну да, видите, даже ловушка такая себе по сложности, потому что предполагала, что я сюда раньше приду, пылающее чрево. Вот оно. Вытягивает душу владельца, чтобы порождать на свет личинок. Личинка мне нужно есть, они с готовностью пожертвуют собой, если их родителю грозит опасность. Ну, полетели в город. И посмотрим еще. Что за дресня? Ну, вместо вот этой херни как раз поставим. Еще. О! Посмотрите на это. Где-то сколько их может наспауниться. Так, ну ок. Прикольно. Походу только 4.
Смешные штуки. Короче, сейчас едем. Бля. Едем сейчас сюда на лавку, и мы будем это делать через гнездо рогачей, потому что так будет быстрее. Так, ну-ка. Сюда, что ли? Сюда. Так, бля, я что, не был тут, что ли? За херня? Так я здесь не был. Какая встреча. Я чувствовал ауру свирепого воина, что идет сюда. Тебе не составило труда найти мой приют на самом пике мира. Я восхищен. Не сомневаюсь, многое встречалось тебе, и битвы были с многими врагами на пути ко мне. Нет, ничего не говори. Я мастер гвоздя Мато, которого научил технике сам великий гуру гвоздей. Сим, принимаю тебя в ученики. Давай же скорее начнем обучение. Давай. Так. Изучен ураганный удар. Удерживайте X, чтобы собрать энергию в гвоздь и отпустить вверх или вниз. Твоя форма просто великолепна. Теперь я понимаю, что чувствовал мой старый мастер, передавая нам свои техники. Надеюсь, тебя не оскорбит, если я назову тебя своим чадом. Да? Когда я увидел, как ты повторяешь за мной технику гвоздя, то сразу почувствовал, что с того мгновения мы с тобой связаны. Ты оказал мне честь, которую не передать словами, мой ученик. Спасибо. Бам. Мой брат Шио, как поживаешь ты в том зеленом королевстве шипов, что домом называешь? Я думаю о тебе каждый раз, когда поднимаю свой гвоздь. А ты? Вспоминаешь ли ты, закрыв глаза, те времена вместе с Оро и нашим учителем? Надеюсь, что да. И знаете... Ну, я подумал только что... Так, понятно это. Не, ну это, конечно, не очень реалистичный сценарий. Короче, пойдемте сейчас к этому торговцу, который тер про троих чуваков. Блять! А, так не, подожди, там нету амулета, там получается как раз и был этот техник. И он меня научил вот этой херне. Я, кстати, ни хера ей не пользуюсь. Ни вот этим ударом, ни вот этим ударом. Ну и другим пользоваться тоже не буду. Так, давайте посмотрим, что он нам расскажет и... Ну, походу. Что ж, еще один вступил в наши ряды. У меня есть для тебя подарок, воин. Мне, как торговцу, очень сложно отдавать его за так. Но я являюсь еще и великим мудрецом гвоздей, и посему должен вознаградить тебя за твое мастерство. Ты владел техниками моих оставшихся учеников. Согласно нашим традициям, теперь и ты можешь носить амулет мастера. Носи его с гордостью, мастер гвоздя, ты будешь последним, кому он достается по традиции. Ореол мастера гвоздя. Хранить в себе страсть, мастерство и сожаление мастера гвоздя увеличивает мастерство владения техниками гвоздя, позволяя быстрее концентрироваться и применять техники. А вот это уже интересно. Ступай же, мастер гвоздя, у меня больше ничего нет для тебя. По крайней мере, за даром. Скоро поднимусь наверх и вновь буду рад принять твое гео в обмен на мои прекрасные товары. Все это заточено оружие, но борьба за гео гораздо острее. Короче, ну, начнем с того, что я Шерлок. Я сразу вычислил вот этого таинственного учителя троих мастеров гвоздя, и это оказался, блядь, неожиданно слай. Если честно, последняя кандидатура, которую я бы мог представить себе.
Ну ладно, ок, у меня все амулеты. Знаете, что это означает? Помимо того, что я сейчас затащу вот эту штуку. Блин, жалко, нельзя их поменять просто так. Смотрим, как быстро. Ну прикольно вообще так-то. Пускай будет. Короче, сейчас пойдем к Салюбре. К Салюбре сейчас пойдем. Ой-ой-ой, мне право нужно держать себя в руках, казаться спокойной, но это создание, оно же просто божественно. Да, я такой. Я такой, да. Мое благословение. 800, блядь. Купил, короче, кусок маски, проверяйте. Милый мой, благословляю тебя, ты более чем заслужил. Это как мой сногсшибательно красивый постоянный клиент. Ох ты ж, как же держать тебя в руках. Благословение Салюбры. Благо, дарованное любительницей амулетов Салюбры, за блаженным будет следовать красота да любовь. Ну, спасибо. А что оно делает? Да, надеюсь, мое благословение принесет тебе все, что пожелаешь. Заходи почаще, золотка. Так, ну это мы видели. И чё? Ой. Блин, цветок еще надо отнести. Короче, я что-то хз. Что это благословение? На что я сейчас слил, блядь? 800... 800 гео. Непонятно. Непонятно. Так, куда мы пойдем? Мы пойдем дальше. Это хороший вопрос. Вот-то. Заебал этот зод уже, если честно. Куда мы пойдем? Попробуем цветок донести, что ли? Ну, давайте. А, так стойте, у меня мана восстановилась. Вот это четко. Вот это четко. Ясно, короче, как работает благословение Салюбра. Так, мне советовали там как-то... Как-то брать там что-то, вот. Что-то как-то брать. Что-то как-то брать. И я не помню. В общем, мне какой-то советовали билд для прохождения квеста с цветком. Я ни хера не помню, конечно же, поэтому... Поэтому пойдем вот так. Возьму непоколебимое тело, чтобы меня никуда не сбросило. В случае чего. Идти, конечно, пиздец, как далеко. Базара ноль. Это аж вот туда. Куда-то. Или вот сюда, или вот сюда. В общем, в какую-то выемку, я не помню. Это вряд ли. Либо сюда, либо сюда, либо сюда. Ну, короче, дохуя делов. Ай, бля. Ну пошли. Мне дадут осколок маски. Если я смогу выполнить этот квест. Что, конечно, очень здорово. Очень здорово. Хотя я бы хотел, если честно, последний осколок... Ой, последнюю ячейку амулета. Прям хотелось бы очень сильно. Да возьмусь. Короче, она будет ныть и страдать.
Блин, это странно. Это странно, потому что она говорит только про то, что если я получу урон, цветок погибает. Или если я поеду на рогачах, цветок погибает. Про то, что нельзя пользоваться этими вот телепортом, она ничего не говорит. Прошу заметить, блядь. Но у меня все наперебой уверяют, что типа нельзя. Так, ну что. Вопрос вот в чем. Когда эти чувачки убивают, мне мана накапливается или нет? Бля, я чувствую, это реально надолго. Пью. 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 Ну, будем делать так. Будем делать так. Так, здесь надо быть аккуратным. Лучше перебдеть. Согласитесь-ка. А, блядь! Сука. Ой, блядь, отъебись с этими цветками. Так, я убрал, короче, летающих чувачков. Будем полагаться собственное мастерство, так скажем. Что здесь ноют? Неожиданно, блядь, поворот. Ой. Это что такое? О! Подождите, это... Я понял. О, нет. Я понял, это вот эта вот хреновина была в боссе, который лежал, типа, в доспехах. И когда, типа, его между фазами... Блять, чуваки, да хватит, я не буду ничего с вами делать. Короче. Блять. Я вот что сделаю. Я поставлю... Здесь метку, что здесь босс. Вот это вот босс грез, короче. А это труп того босса, который был в доспехах. Все, я понял. Прикольно. Окей. Нашли, значит, нашли. Мне говорили, что есть боссы грез, но... их 4 штуки, типа, надо искать. Правда, кстати, есть другая проблема, блядь. Как мне пройти влево теперь в общий стакан? Отсюда получается никак, что ли? Блять, это мега западло. И, блядь. Так, что мы тогда делаем? Можно через низ назад, короче, придется возвращаться. Блин, западло, западло. Ну хер ли делать? Пизду, пойдемте с боссом драться. Ой, что это такое? Тихо.
Ой. Рерин. Нет, все. Я хотел обрести ее силу для защиты остальных. А потом увидел того рыцаря. Он спал. Под защитой своего огромного панциря. Я пошел на это не из-за безумия. Я просто так хотел. Но что в итоге? Если даже сила не может спасти, то что тогда? Чуваки, простите, но так надо. Избавлю вас от мучений. Блин, и что? Ехать за цветочком, блядь. Опять ехать за цветочком, сука. За цветочком ехать. А вот от этого цветок не сломался, блин? Что я со всего размаха башку уебался в стенку, нет? Ну ладно, хорошо. Да иди нахуй! Подождите, смотрите-ка, я зачистил все вот это вот. Так. Зачистил. Не садился на лавку и врагов нету, бля. Так, может, мне стоит зачистить все? Бля, это так работает или нет? Ну, это долго, конечно, будет. Но мне-то хули. Реально, смотрите, нет врагов, которых я убивал. Все. Короче, я понял. Сейчас я пройду этот путь в любом случае до самого конца. Даже если мне разломают цветок. И буду убивать всех на своем пути. Главное, на лавочку не забыться и не сесть. Тогда, я думаю, будет изи. Отличная идея. Слушайте, у меня просто гений в своем роде. 100%, если этот способ сработает. Ну, типа, я сейчас все тут зачищу аккуратненько. И по пустым локам принесу этот цветочек. Мне скажут, комментарии, да ты лошара, скажут мне. Кто так делает? Вот есть способ в 377 тысяч раз проще. Почему ты не сделал так? Ну, или типа того. Вы, блядь, издеваетесь? Ну вот это похоже на то, что мне сюда, да. Очень похоже на то. Типа, блядь, последний шаг, и тебя, блядь, упиздят. Здесь покоится дитя, ну все ясно, да, мне сюда. Окей, получается, я все зачистил, пошли за цветком, блядь.
Так, и мне вот сюда. Ебой! Все, цветочки выросли. Здесь покоится дитя предателя. Так, а мне сказали, что с клумбы как-то можно забирать цветочки. Наебали, что ли? Значит так, я ставлю здесь портал. Так как я сохранен на лавке возле той девочки, то теперь я могу выйти к ней через меню. Итак, я на месте. Салюбра, дай-ка маны, пожалуйста. Маску. Маску мне. Милый мэр, неужто просьба исполнена моя? Возможно ли такое? Я думала, сей мир жесток навеки, но, лемэр, как велико сострадание твое. Благодаря тебе сквозь самые эпохи жить будет моя любовь близ возлюбленной моей. Неужто все так, лемэр, такая печаль может уйти? Та может уйти. Улых, наи, любовь моя, та тоже может уйти. Еее. Превосходно. И теперь мне косарь нафармить. А, подожди, я, блядь, не умею считать. Эй. 4. Их же нужно 4 куска. Сука, это здесь 3, а здесь 4. Ну ладно, получается, я куплю один у этого, у торговца. И где-то еще один запрятан. Но в любом случае, все очень хорошо. Теперь вопрос следующий. Я сейчас вернусь на клумбу. Мне сказали, что с этой клумбы, которая выросла, можно взять цветок и отнести его в город. Ага. Нежный цветок. Но он, походу, тоже будет ломаться. Будет он ломаться, это факт. И отнести, блядь, ну отнести его в город, это будет то еще задачка, скажем прямо. Бля. Ну давайте разочек попробуем, ну просто вот, просто. Просто потому что могем, блядь. И жучару тоже заовнило. Так, хорошо. Шо, блядь? Это был последний враг. На пути. Фу. Ну все, здесь-то мне никто не должен пиздюлей выписать, по идее, больше. Здравствуй. Что это у тебя там? Ах, какой прекрасный цветок. Никогда бы не подумал, что ты столь разборчив в цветах. Зачем же ты носишь с собой столь утонченное и нежное растение? Постой, ты же не... Ах, этот цветок подарок мне? Неужели ты хочешь подарить мне такую бесценную красоту? Конечно, хочу. Держи, братан. Ах, ты правда даешь во мне, ох, ну и ну. Не знаю даже, что и сказать. Спасибо тебе. Я уже успел смириться с тем, что мне уготовано безвозмездно давать советы прохожим. Даже не подозревал, что когда-нибудь один молодой жук примет мои слова столь близко к сердцу и вознаградит мою доброту. Воистину, столь щедрая награда. И мир больше не кажется мне столь уж блеклым. Спасибо, друг мой. Я буду заботиться об этом цветке до твоего возвращения, чтобы мы смогли вместе насладиться его красотой. Эти лепестки такие белые,
Где бы ты ни была, если ты видишь меня сейчас, видишь ли ты их? Возможно, грезы не так уж и страшны. Смотрите, смотрите. Блин, на самом деле это очень круто, то, что я сейчас сделал. Я превратил этого бубнящего пессимиста, которому все не нравилось. Ну, не в пессимист, не в оптимиста, которому теперь все нравится. Ну, во всяком случае, я подарил ему немножко надежды. И это здорово. Ну, а теперь попробуем подарить надежды мне. Пойдем подеремся с чуваком, блядь, с этим ебаным пидорасом. Как бы нам это сделать? Как бы нам это сделать? Блядь, ну, хер его знает. Пошли подеремся с чуваком. Идиотик сказал, что не 10 раз нужно его убить, а всего лишь 5, получается, мне последний раз остался, чтобы закрыть вообще все вопросы с Зотом этим сраным. И я надеюсь, что он прав. Очень хотелось бы верить. Но для этого мне сначала надо убить его, блядь, 5-ю форму. А это не так уж и просто. Ебучий хер. Бля, пошел нахуй. Так, мне, кстати, там говорили, что можно вот так вот делать. Короче, типа, фишка в том, что я получаю айфреймы сразу после... Ну, вы поняли. Я получаю айфреймы сразу после каста. Так, и, соответственно... Я могу доджить какую-то часть его атак. И это получается. Мы сами видели только что. Да, это работает. Единственное, что слишком много спецэффектов, блядь. У меня там засирает весь экран этими спецэффектами. И я толком ни хера не понимаю, блядь, что происходит. Ну, пизду, блядь, ну 3 метра от него же стоял, блядь, ну как так? Смешно, блядь. Убит нахуй. Я же говорил, МСБ будет ключом к победе. Фу, бля, охуительная штука. И что? Почему? Походу, все-таки не 5 раз. Блять, он, короче... Его реально зациклило, этого уёбка. Блять. Что, сейчас он мне будет все хп с удара снимать, да? Таинственный, чарующий, решительный, блядь. У него по 3 титула за раз прибавляется, походу. Я даже не буду проверять, блядь. По 4, блядь. Ну ясно. 2 удара.
Блядь, прекрасно, прекрасно. Два удара. Два, блядь, удара. Пошел нахер. Да он, блядь, спамит мне этой хуетой, смешно. Ёбаная, блядь, хуйня. Ну конечно, блядь, конечно. Какая нахуй разница? Убил нахуй. Блять, ну неужели это не последний раз? Нет, это не последний. Я не знаю. Пойду жаловаться в Дискорд. Красиво. Как я только что написал в Дискорд, бессмысленная какая-то дрочильня, блядь. Эти победы ни на что не влияют, и... В пизду, короче. Ладно, ладно. Буду на этом заканчивать. Сгорел жопу знатно на базара 0, но... Я сделал два цветка, собрал амулеты. Бабок бы нафармить и выкупить последнюю маску. Ладно, этим я займусь в следующий раз. Я думаю, на арене я пофармлю бабки на третьей. Ну, посмотрим. Ладненько. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться здесь и на Твиче. С вами был Старпер. Всем счастливо.